Бед трех стартов матчах РПЛ. Здорово то, что набрали максимальное количество очков. С учетом того, какие у нас были кадровые проблемы, это очень важно и ценно, то, что команда дала результат на этом отрезке. Но самое главное впереди, поэтому надо концентрироваться на следующих матчах, надо выдавать свой максимум и надо продолжать в том же духе. Тюкавин наконец забил, как вам его матч? Я рад за Костю, то, что он забил, я в нем никогда не сомневался, но у нас есть взаимная договоренность о том, что я его не хвалю, и он меня тоже. А Крон сильный оппонент? Что? А Крон сильный оппонент в этом матче конкретно? А Крон, мы с уважением относимся к любому сопернику, в том числе и к Акрону. Акрон выдал хороший матч, и я доволен счетом в сегодняшней игре, но качеством игры я недоволен. Были моменты, где наша команда могла играть и должна была играть гораздо более агрессивнее и четче. Мы должны были результат фиксировать гораздо раньше, чем доводить до зоны риска. Как вы относитесь как к Крону, как к проекту? Очень хорошо. Это частный проект. Люди вкладывают свои деньги. Очевидно, что вкладывают с большой отдачей, с эффективностью. Я им желаю удачи. Команда дальше играет с «Зенитом». За счет чего «Динамо» может обыграть? Махачкалой? Нет, «Зенит» у нас потом Махачкалой. Ну, давайте сейчас обратно. У «Динамо» дальше играет с «Зенитом» на выезде в Питере. За счет чего команда может добиться положительного результата? За счет максимальной самоотдачи, как это было в предыдущем сезоне. С таким «Зенитом» реально там ходит? А с каким, с таким? Ну, который тратит большие деньги. Деньги в футбол не играют. Коллеги, все? Спасибо. Спасибо.